Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Диалог с властью». Сегодня тема нашей программы – конный спорт. Итак, хочу вам представить гостей нашей студии. Это вице-мэр по городскому хозяйству Андрей Филиппов. Здравствуйте! Руда Вацель, директор соревнования «Нарва-2009» по конкуру. Здравствуйте. Итак, уважаемые нарвитяне, 22 августа на территории Нарвского замка состоится соревнование по конкуру. Называется это соревнование «Нарва-2009». И, конечно, я хочу задать свой первый вопрос гостям нашей студии. Андрей, наверное, я бы начала с вас. Скажите, пожалуйста, что это будет происходить в Нарвской крепости? Предстоящее мероприятие 22 августа, оно будет необычным для нарвитян, оно будет интересным для нарвитян, оно будет увлекательным для нарвитян. Значит, я хотел немножко рассказать об истории предстоящего мероприятия. В апреле месяце мне раздался телефонный звонок, и господин Вансель попросил о встрече. Когда он рассказал о том, что он представляет, что он хочет предложить городу Нарва, это очень сильно заинтересовало городские власти, и мы стали подробно, этап за этапом, просматривать, как это можно все осуществить. Несколько месяцев проводилась подготовительная работа, мы уточняли детали, уточняли количество участников, уточняли место проведения. И сейчас мы нарвитянам можем сказать, что практически подготовительная работа закончена. Соревнование Гран-при Нарва-2009 состоится 22 августа в Нарвском замке. И более подробно об истории этих соревнований я бы предложил рассказать Руда Вансель. Руда, ну расскажите вообще, много ли у нас в Эстонии конных клубов, во-первых? Сколько участников и каких участников мы увидим с уважаемыми телезрителями на этом соревновании? В Эстонии конных клубов 35. В этом соревновании участвуют лучшие эстонские всадники, которые в данный момент в Эстонии, некоторые за рубежом выступают. Плюс еще выступают латыши и финны. А сколько дней продлится соревнование? Соревнование один день, суббота, 22 августа, начало 11 часов.
так понимаю, Руда, у вас ведь тоже есть свой конный клуб? Да, у меня есть свой конный спортивный клуб «Мондес». Это находится недалеко от Таллина, в поселке Юрий. И расскажите, сколько участников в вашем клубе? В моем клубе людей 25, и в этом соревновании стартует 3 всадника. Ваш клуб предполагает занятия только спортом, да? Именно с лошадьми? Да, мой клуб занимается только по конному спорту и с лошадями. Но я помню, у нас не так давно снималась передача тоже о лошадях в рамках немножко другой передачи. И мы рассказывали о том, что есть сегодня еще и люди, которые занимаются лошадьми для именно людей с недостатками здоровья. Скажите, а вот вообще вот в проекте есть такое, что, например, знаете, вот есть, когда даже игры у нас проводятся, такие международные, где участвуют люди с инвалидностью. А вообще предполагается в Эстонии создание подобного еще вот конкурса? Да, в Эстонии это называется термин медицинический, это гиподерапия. Этот лечит людей, которые некоторые травмы. И у нас в данный момент еще нету, а в мире есть соревнования, которые даже на Паралимпиаде, например, и так тоже первенство Европы, первенство мира для людей таких. А расскажите, пожалуйста, как вот, ну, в любом спорте есть, например, категория там мастер спорта, а вот в этом виде спорта по конкуру есть ли какие-то разряды у тех спортсменов, которые будут принимать участие? Это раньше было в советское время, когда были эти разряды, а в данный момент есть лицензии, которые начало начинается, ну, как раньше было, третий разряд, второй разряд, первый разряд, кандидат мастера спорта, мастер спорта, мастер спорта международного класса. В данный момент они как-то по лицензии сделаны. Ну, я думаю, нашим телезрителям было бы интересно узнать, порода каких лошадей будет принимать участие вот именно от вашего клуба? От моего клуба выступает тракены и один лошадь, спортивный лошадь Эстонии, такая порода есть. И что это за лошадь? Вот какие у нее качества есть? Лошади, которые уже выступают в конкуру, они уже подготовлены где-то лет 3-4, чтобы на таком уровне выступать. Чтобы есть... этот процесс длительный, это несложный. А где вы берете этих лошадей? Раньше мы покупали очень много лошадей из России, а в данный момент там с таможенными всякими проблемами так трудно, что сейчас покупаем, в общем-то, из Голландии, Германии, Бельгии.